Добрый вечер, дорогие друзья. Калисперас сас, как говорим в Греции. Меня зовут Никос Поронидис, и этот эпизод я хочу посвятить вам, мои дорогие, и пожелать вам, мои пожелания к вам. С Новым годом, с новым счастьем. Желаю вам всем всего наилучшего, успехов в личной жизни, и чтобы все у вас в жизни был процвет, радость и улыбка, и здоровья побольше, конечно, и чтобы мы вместе могли продвигаться и осуществлять свои мечты, и чтобы полюбили друг друга, все любили, чтобы друг друга, весь мир, чтобы жили в взаимопонимании и в мире. Это мои, вот, как вам сказать, которые я бы действительно вместо чисто от души хотел бы, чтобы все было нормально. Спасибо вам большое за любовь, которую вы даете каналу. И я, как вам до этого сказал на предыдущем эпизоде, что постараюсь я сделать еще более лучшее путешествие, потому что я почувствовал вашу теплоту, вашу любовь к этому каналу, и этим самым я буду стараться делать еще больше, еще лучше и более интересные путешествия, которые я буду считать это как вам сказать, должность это моя перед вами, чтобы вам постоянно делать интерес, приносить интерес и любовь к этому каналу. Я вам очень благодарен от души и от сердца, мои дорогие подписчики. И я вам еще хотел сказать вот одну новость, которая у нас была вот буквально перед Новым годом. Были у нас такие маленькие стычки молодежи нашей с органами, государственными органами, когда делали у нас такой локдаун здесь, очень, очень строгий, с 6 после обеда до 5 утра. И этим самым были здесь такие, как вам сказать, неприятные новости. И были, и слава Богу, все это улучшилось, и все нормально. Все целые, здоровые, и все хорошо. Вот. И я сейчас, как по новостям, как узнал, 6 января у нас уже будет облегчение, уже легче станет. И я надеюсь, что уже можно будет поехать в соседние города. И там я уже начну уже снимать вам новые, интересные и более такие усовершенствованные видео, чтобы вам сильно понравилось. С Новым годом, с новым счастьем! Мои дорогие, с вами был Никос Поронидис. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки и пишите свое мнение, какое бы оно ни было. Потому что ваше мнение, оно дает мне направление, и этим самым я могу понять, что нужно, скажем, для вас, и что тем более я могу уже более совершенствовать продолжительность этого канала. И доброго вам вечера.